Четырехдневная неделя рабочая обязательно нужна. Это не значит, что будут люди ничего не делать. Это более рациональное использование времени. Это борьба с безработицей. Может, в перспективе придется вообще переходить на двухсменную работу. Одни придут с 9 до часу будут работать, другие с 2 до 6. И никакой безработицы не будет. Но за счет сокращенного рабочего дня и, соответственно, сокращенной зарплаты мы сохраним здоровье. Что, он работает по 12 часов в сутки, а потом на лекарства никогда не хватит денег. Это правильная форма, и ЛДПР это предлагала раньше. Это Всемирная организация здравоохранения у нас украла. Мы предлагали давно уже сокращенный рабочий день, сокращенная неделя. А время отдать другим, кто работает. И тогда у нас будет гармония отношений. Все работают, но не очень много. И каникулы убрать длительные, мы это говорили уже. Тоже, в конце концов, добьемся. Праздников как можно меньше. Праздник личный должен быть. Вот лично свой праздник и празднуйте. А так вся страна должна работать потихонечку. Есть вопросы? Все, до свидания.